честно говоря, буквально пару секунд прошло с окончания нашего торжественного финала. Эмоции бьют ключом. Я даже прослезилась, когда услышала свое имя. Одно хочу сказать точно. Девочки, обязательно участвуйте в конкурсе «Татар-Кызы». Для меня это просто неоценимый вклад. Сейчас, на последнем этапе, я сравниваю себя в первый день, в день кастинга, и сейчас на финале я вижу, как я выросла морально, духовно, творчески. Для меня это был незабываемый опыт. И, конечно, для меня было интересно изучить свою культуру, подтянуть уровень своего татарского языка. Для меня действительно, я от всей души была рада участвовать здесь, представлять свою великую национальность. И я не знаю, как выразить эмоции и передать свое счастье от того, что я «Татар-КЗ-2018». Сегодня члены жюри были почти единодушны. Не всегда так бывает, что есть яркая, выделяющаяся на фоне всех одна из красавиц. И вот сегодня, на удивление, такая красавица у нас была. 8 членов жюри из 12 отдали свои голоса за Диляру Каримову. И это фактически решило, скажем, судьбу сегодняшнего конкурса финала. А за второе и третье место уже было нешуточное соревнование, и буквально с перевесом 2 голоса голоса распределились вот между золотой «Татар-Кызы», «Алтын Татар-Кызы» и «Татар-Кызы Сембирская». Клубы «Сембир» и от золотого спонсора призы распределились уже вот, скажем так, с небольшим перевесом голосов. На самом деле было сложно, было до этого 3 предварительных этапа, и на разных этапах победили разные девушки. Если в предыдущие годы у нас фаворитки как бы изначально вырисовывались, было видно, что лидеры явны. А здесь вот даже на финале не совсем было понятно, кто же выиграет. Это говорит о том, что у всех, ну, во всяком случае, у лидеров уровень был практически очень высокий.